Предприниматели Белоруссии получат криптоподарок. Основатели первой белорусской цифровой валюты Талер планируют раздать накопленные на примайне монеты бизнесменам страны. Один из создателей белорусской криптовалюты Денис Лавникевич сказал: «Мы раздадим Талеры представителям разных сфер бизнеса для использования их как бонусы в накопительных системах и программах лояльности». Белорусской цифровой валютой уже заинтересовались предприятия торговли, учреждения образования и рекрутинговые агентства. В начале 2018 года запланирован выход Талера на международные криптобиржи.